Ну что же, друзья, мы покидаем кемп. И какое-то время вот мы тут сейчас поедем. И поскольку здесь красиво и еще не очень темно, что существенно, потому что начинает темнеть. Вот сейчас 16:30. И ну, уже сумерки, да. Уже как бы, да, так чувствуется. Ну, зима все-таки. Конечно, когда выезжает вот так семья с детьми, скорее всего, это там соседские дети, да. Блин, что ж не переживай. Это бойскауты нам говорят, ехать или не ехать. Говорит, езжай, да. Говорит, говорят бойскауты. Конечно, детям это очень классно все. Да. Сюда направо. Направо. Ну, поехали, да. Ну, если пишут экзит, то это для нас. Так. И тут, на самом деле, у нас на навигационной системе, друзья, дороги этой нету. Вот мы едем и не видим ничего такого, как бы такими лесными тропами не отражается. Но мы по знакам идем. Вот говорят, на выход. Мы говорим, ну, на выход. Вот они, кемпы, да. С редвудами. Редвуды красивые. Вон стоят. Вон какие огромные, посмотри. Есть какие. Побольше, поменьше. Я не уверен, что ребятам видно, потому что мы в бок смотрим. Да, да. А в бок тут громадные. Ну, вот прям по ходу тоже красавцы, мне кажется. Они небольшие такие. Ну, ох, там ох ты, направо елки, там, да. Показать. Ну, что делать? Ладно, уже едем. Да, просто какие-то чудовищные красоты, невероятные просто. Вот они, редвуды-то, вот они. И дышалось там действительно здорово. При том, что, конечно, вот этот привкус дымка там тоже присутствовал. Слышимость невероятная вообще. Вот да. Все, кто там разговаривает, такой звон стоит прямо. Звук распространяется, как в лесу прям. Ну, это да. Есть лес? Это лес, это лес. Настоящий девственный вот такой. Ну, девственный тут уж, как же девственный-то, он, мне ну, кажется... Он хорошо охраняемый, поэтому... Девственность нарушена, тут асфальт, смотри. Ну, тем не менее, вот видишь, как все равно есть ощущение девственности. Да, слушай, мы уже встали на какую-то дорожку. На моем навигаторе мы уже находимся на дорожке. А вот смотрите, здесь дорога достаточно широкая. Вот мы расходимся с машиной вполне прилично. Вот представьте себе, что дорога была бы в полтора раза, если не в два, уже. Вот мы в основном сюда приехали вот по такой дороге, которая была существенно уже. Скорость, говорят, 15 миль, а у меня 20. Да. Люди ходят гулять. Здесь основное занятие – сидеть у костра, кушать и гулять. Гулянка здесь шикарная, вот вы видите. Особенно, если люди приехали сюда откуда-то. Знаете, вот наши там друзья Ира и Саша, они местные. Вот. А ведь очень много людей едут на своих RV там. Из штатов, где снег лежит, да? Ну, по-всякому, да. Но, во всяком случае, вот такие секвои, редвуды распространены в Северной Калифорнии, северная часть. И в Орегоне есть, и в, по-моему, в Вашингтоне тоже есть. Вот. Но, в общем, это такое далеко не всюду. Во-первых, по стране особо больше нет. Во-вторых, в мире тоже особо больше нет. Хотя они произрастают, если их посадить. Так же, как пальмы, например. Они в Калифорнии растут, но не размножаются. То есть их там привозят, я не знаю, из Австралии, из Мексики. Так, ну вот, судя по... Интересно, правда? Я думаю, направо нам. Мы пытаемся по навигатору понять, в какую сторону нам двигаться. Он тебе показывает налево, а не направо, Миша. Ты думаешь, то да? Есть я не в ту сторону не в ту пошел? В ту сторону, то он тебе поговорит не в ту сторону. Но там странно так показывалось. Но мы сейчас развернемся. О чем речь? Мы сейчас развернемся. Вот как только мы окажемся в таком месте, друзья, где можно развернуться, а это не обязательно, значит, прям на каждом углу. Ну, будет. Здесь более-менее цивилизованная дорога, здесь есть где развернуться, периодически есть места. Я долго смотрел на карту, которая была на навигаторе, пытаясь понять, пойти направо или налево. И ну, у меня сложилось впечатление, что идти надо... Да, мы здесь сейчас развернемся. Что идти надо было вот именно в эту сторону. А я посмотрел, увидел, что в обратную. Ну, ради бога, мы сейчас развернемся. Он потерялся, видишь, он пишет тебе в обратную сторону. А вот это дядька потерялся, он с картой ходит. Потерялся. Так. А мы еще ничего. Да, так. Здесь нет, надо сказать, что здесь нет ни телефона, ни интернета, ничего да, вообще. То здесь, есть, если тут потеряешься, то уже. Ну, тем не менее, здесь относительно оживленное движение, можно так сказать. То есть машины здесь ходят.
автомобиль. О, какие красавцы стоят, а? Да. Видишь, даже неплохо. Ох ты. Неплохо получается, что мы немножко отъехали в другую сторону. Такие красоты у нас открываются. И нельзя быстро ехать. То есть можно разглядеть. Так получается. Да. Это мы находимся в Санта-Крус-Каунти. Тут Санта-Крус довольно близко. То есть, если, например, дорога была бы широкой и прямой, то мы бы очень быстро доехали. Мы как раз сейчас и движемся в Санта-Крус. Вот. Но поскольку дорога не прямая и узкая, и не поймешь чего тут, и ограничение скорости всюду, видите, там 25 миль, 15 миль. Вот. А тут что пишут? Boulder Creek. Ага. Ну вот едем на Boulder Creek. Это не ручей Boulder Creek, это населенный пункт так называется. Хотя ручей там, наверное, тоже есть. Тут есть ручьев у нас. Есть. Если будете, друзья, в Северной Калифорнии, не поленитесь на автомобиле проехать по 9-му хайвею. Он вот такой вот... Вот как мы сейчас едем. Мы сейчас едем не по 9-му, но если мы будем долго ехать, приедем на 9-й. Он вот такой по горам ходит, среди вот этих вот громадных редвудов, петляет во все стороны, очень живописный, вот такой вот как с понтом девственной природе, хорошо ухоженный, что даже еще и лучше. Вот. Правда, девственная природа лучше, когда ее, так сказать... Девственность поддерживается. Обиходили. Да, заботливые руки. Красота. Я не знаю, насколько видно все, но совершенно потрясающие деревья. Тут не только деревья, тут как бы все вместе, понимаешь? И вот солнышко сейчас так пошло. Вот там как-то не было солнышка особо. Мы выезжали, там солнышко было не видать. А здесь как-то оно уже пробивается через верхушки деревьев. Слушай, тут такая-то ворона, она как курица размером скакала. Ты смотри, вот такие вороны. Что-то она сожрала, мышку что ли? Нет, она веточку схватила. Да? Ну ладно, веточку. На лошадях здесь народ ездит, тут знаки показывают. Да. И вот, говорит, дорога будет петлять там впереди, так что они знаю, как знак вам... говорит, уступи тем, которые на лошади. Ксинг, да? Ну кроссинг. Да, вот он говорит, что следующие 8 миль будет вот такая дорога. Да, называется Windings Road. То есть она такая будет туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Я хочу сказать, что вот мы со Светой беседовали о том, как на Амазоне перевели название... Ну, они, наверное, Google Translator'ом там переводили, но как перевели название моей книжки? Знаете, она называется «Американские горки на виражах иммиграции». Знаете, понятно, о чем речь. Когда это пошло по-английски, то вместо «Американские горки» они говорят «роллер-костер», что правда. Это правда. Вот они так называются. Но ушло слово «американские», понимаете? Когда читатель, так сказать, русскоязычный, он понимает, что по Америке там что-то такое американская тематика. Это роллер-костер, чтобы я так жил. И потом начинается вот это вот on the bends of immigration. Bend – это поворот такой, ну, может быть, даже так, даже не обязательно крутой, ну, такой bend. Но, понимаете, вираж – это не просто поворот, правда, по-русски? Вираж – это где закладывают, жжах, пошел, понимаешь? Вот, а там так. Это то, что мы сейчас будем делать. Вот смотрите, да. Вот пошел. А я как раз вот... Вот пошел и вираж. Да, да, но это такой. Я как раз к тому рассказываю, что там был Windings Road, и оно там, значит, знак стоял. Ну, здесь, правда, дорога все-таки с разделительной полосой. Сейчас там солнце в глаза будет, мама родная. Ничего, это чуть-чуть, главное, это... не вредится в машину. Ну, ребята просто чем не видно, ничего. Тихо. О, все, да. Хорошо. Вот, и мы вот как-то вот на виражах, понимаешь? И вот в итоге получилось, что... как бы тонкость, так сказать, перевода утратилась. Да. Спросите меня, как надо было правильно, я не скажу сходу. Это потому что тонко, это нужен квалифицированный переводчик, чтобы не просто передать общий смысл, а чтобы еще и вот... Ну послушай, зачем тебе книгу, чтобы... Я шучу. Просто тема такая. Ну, виражи. Тема виражи. Вот я об этом говорю. Вот и тут люди живут, смотри, что тут. Сарайчики стоят вдоль дороги. Почтовый ящик справа вот у нас там. Всюду живут люди. Есть такие, любят, знаете, уединиться куда-нибудь. Мне кажется, что эта дорога, Свет, уже представляет собой нечто очень цивилизованное. Скажи?
Богат, да. Ровненько, не безумно петляющая, с разделительной полосой. Да это вообще путь в светлое будущее. Ее даже навигатор видит. Вот и навигатор тоже. Ее видит, да. Конечно, когда мы ехали с той стороны, да, с той стороны, это было нечто совсем другое. Нечто совсем другое. Напоминающее вот начало нашей записи. Такой узкая дорожка, и вокруг такие дубы-колдуны. Ну, в смысле... А вот уже, видно, просто закончился этот Редвуд парк. Уже нет Редвудов, поэтому... Да, все, уже что-то стало, такое... Уже, уже просто кантри. Да. Просто лес, без Редвудов. Да. Это уж красиво. Красиво. Друзья, значит, вот эта вот разделительная полоса, которую вы видите, желтенькую, она гофрированная, то есть так вот ее, может быть, вам не очень видно, но она шершавчиком таким сделана. И вот если на нее наехать, например, вот, допустим, человек едет в темноте, там, или как-то вот вечером, и немножко там устал, и как-то его прибирает, и вот он туда наезжает. С одной стороны, вы видите там желтенькие отражатели, а с другой стороны, сама полоса, я просто не хочу на повороте это делать, на зигзагах. Я хочу, чтобы вы услышали, что слышит американский водитель, если его... ненароком заснет. Если ненароком его так поведет. Вот смотрите, слушайте. Здесь нет вот этих... Ах ты ж, ё-моё. Я так долго делал вступление в тему, что мы ушли из гофрированной полосы. Ну надо же. Вот так, друзья, часто бывает. Часто бывает. Смакуешь, смакуешь, откладываешь. Думаешь, вот сейчас... И вот, да. Ну ладно. Если будет, я наеду. По-моему, мы... Нет. 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 В общем, трещит, будь здоров. Там мертвый проснется. Это не исключительно в горах бывает. Это в разных местах. И вот представьте себе, что мы находимся на самом деле там меньше, чем в часе. Ну, в часе езды от Кремниевой долины. От исключительно цивилизованного места. Где много, но если там не диких обезьян, как в Бразилии, то много чего? Программистов со всего мира, которые работают там. Гуглы, Фейсбуки, Майкрософты. Что там? У нас много чего. Вот, вот час езды. А здесь такая дичь. Сейчас такой зигзаг будет мощный. Да, друзья, сейчас будет зигзаг. Вот говорят, 25 миль, говорит, больше не гони, а у меня 40. Тормозим, тормозим, немножко скидываем. Давай, говорит, 20 миль, говорит, направо, давай, культурненько, культурненько. Вот что такое ездить по горам. Скинули до 20 миль, чтобы, значит, все как положено, по закону, по правилам. Едем, 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 едем. Ничего себе разворотец. Вот, но это еще не все, потому что мы сейчас проедем тут 200 метров, а там снова. Да. Вот я хочу сказать, что вот мы по такой дороге ехали сюда, только там было не две полосы, а одна. И перед каждым поворотом, значит, так медленно высовывал, значит, там голову и смотрел, не едет ли кто навстречу. О, о, снова лес такой стал, да? Мы в город изумрудный. Идем дорогой трудной. Шведа. Нет, не хочет. Не подхватывается. Не подхватывается. Ну, в общем, такая вот дорожка. Ну что, наверное, мы закончили, да? Показ леса. Снова Редвуды пошли, смотри, вот. Сначала было не поймешь чего. А потом снова Редвуды. Ну, всяко бывает. А тут уже вообще простор. Широка страна моя родная. А я уже знаю даже, куда мы попали. Я понял. Ну, хорошо. В общем, мы... Куда? Мы уже почти в Санта-Крус, тут совсем рядом. Как ты еще полчаса ехали? Эта дорога нас выведет к... Эта дорога нас выведет к океану. И дальше мы пойдем уже вдоль океана. Да ты что? Да, просто мы здесь с тобой уже бывали. Это Вайнери, что ли? И Вайнери есть по этой дорожке тоже, да, совершенно верно. Здесь есть Вайнери, винодельни. Вот, автобус такой, редкий гость горных дорог. 35 скорости. Ты представляешь, на каком серьезном уже мы фривее находимся, если скорость 35. Здесь тоже красиво, хотя не Редвуды. Здесь тоже красиво. Вообще, как только, ты в горки попадаешь, и вот так с обеих сторон деревья, то становится красиво. А за нами едет такая дрына,
знаете, вот 70-х годов такая машина большая, не могу сказать марк, ну такая старая. Сейчас таких вообще не найдешь нигде. Афроамериканцы любят там восстановить и так вот ездить, окна открыть, музыку погромче. Вот такая за нами едет. Ладно, друзья, мы заканчиваем наш дорожный репортаж и расстаемся ненадолго.